Я продолжу песней на музыку Рамиля Иркабаева. Вариантов названия я слышал ровно три. Вариант первый – «Элегия», как стихотворение. Вариант второй – «Медленное таяние снегов» и «Как медленно тебя я забывал» по первой строчке. Как медленно тебя я забывал, не мог тебя забыть, а забывалось. Твой облик от меня отодвигался, он как бы расплывался, уплывал, торопился, обволакивался тайною и тайною у неближних берегов. И это все подобно было таянью, замедленному таянью снега. Все таяло, я начал забывать. Твое лицо сперва никак не мог. Одно лишь имя все шепчу губами, но в тех лугах нам больше не бывать. Наш березняк насупился и смолк, и ветер на прощанье протрубит над нашими печальными дубами. И чем-то горьким пахнет отставов, где звук твоих шагов уже стихает, и капля по щеке моей стекает. О, медленное таяние снегов. Спасибо.